ажурный узор, сеточка с веерочками. Вот схема этого узора. Как видите, раппорт здесь 12 петель. Но для того, чтобы связать один раппорт, на котором я вам покажу, как это вяжется, нам нужно набрать с одной стороны дополнительно 4 петли, а с другой одну, то есть итого 17 петель. Но это еще не все. Я считаю эту 17-ю петлю там, где вяжется первый столбик без накида первого ряда. Так будет удобней. А так, в общем-то, в этой цепочке должно было бы быть 19 петель. Вот я набрала 17 петель. Теперь 17-ю петлю я замечаю. Вяжу еще 2 петли, это петли начальной цепочки. И 5 петель подъема и поворота. 1, 2, 3, 4, 5. Итого 7 петель. На замеченной петле я вяжу столбик без накида. И на следующих двух петлях еще по столбику без накида. Итого 3 столбика без накида. 5 воздушных петель. А на начальной цепочке пропускаю 3 петли. 1, 2, 3. И в четвертую опять вяжу столбик без накида. И еще 2 столбика в следующие петли. 5 воздушных петель, 3 петли пропускаем, 1, 2, 3, в четвертую столбик без накида, еще 2 столбика без накида, и в конце ряда у нас будет 2 воздушных петли, одну петелечку мы пропустим и в последнюю свяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Поворачиваем, столбик без накида над столбиком с накидом, 3 воздушных петли, столбик без накида над средним столбиком без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида под арочку, 3 воздушных петли, столбик без накида над центральным столбиком из 3, 3 воздушных петли, столбик под арочку, 3 воздушных петли над центральным столбиком, 3 воздушных петли, и последний столбик у нас будет вот под арочку подъема поворота. Воздушная петля, поворачиваемся. Столбик над столбиком без накида. И еще один столбик под цепочку. 5 воздушных петель. Здесь у нас вот столбик без накида связан под арочку. Значит, под арочку, которая перед ним, вяжем столбик без накида. Второй столбик над столбиком. И третий столбик под следующую арочку. То есть делаем такую вот точечку плотную. А вот на этом столбике, который у нас над центральным столбиком, вяжем 5 столбиков с одним накидом. Такой веерочек. 1, 2, 3. 4, 5. Дальше столбик без накида под арочку, столбик над столбиком без накида и столбик без накида под следующую арочку. 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Столбик без накида под арочку и столбик без накида над столбиком без накида. Воздушная петля, поворачиваемся. Здесь мы вяжем столбик без накида над первым столбиком без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида под арочку, 3 воздушных петли, столбик без накида над центральным столбиком из 3,
столбиков без накида, 3 воздушных петли и столбик без накида над центральным столбиком с одним накидом. То есть он будет третий с одной и с другой стороны. 3 воздушных петли, столбик над центральным столбиком из 3 столбиков без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида под арочку, 3 воздушных петли, здесь столбик над крайним столбиком без накида. На следующий ряд переходим 5 воздушными петлями. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы вяжем вот такие же точечки, то есть один столбик мы вяжем под арочку, один столбик над столбиком без накида, еще один столбик под следующую арочку. 5 воздушных петель. И вот над веерочком вяжем точно так же. Столбик без накида под арочку, столбик над столбиком и столбик без накида под следующую арочку. 5 воздушных петель. Столбик без накида под арочку, столбик над столбиком и столбик под арочку. В конце ряда мы свяжем 2 воздушных петли, и здесь вот будет у нас столбик с одним накидом над столбиком без накида. Воздушная петля, столбик без накида над столбиком с накидом, 3 воздушных петли, столбик над центральным столбиком, 3 воздушных петли, столбик над арочкой, 3 воздушных петли, столбик над центральным столбиком, 3 воздушных петли, столбик под арочку, 3 воздушных петли, столбик над центральным столбиком, 3 воздушных петли, здесь столбик вот под арочку подъема поворота. В следующем ряду мы опять будем вязать веерочки, но будем вязать их в шахматном порядке. То есть вот первый веерочек у нас будет с самого края. Воздушная петля, столбик над столбиком, столбик под арочку, и теперь мы вяжем веерочек из 5 столбиков с одним накидом вот на этом столбике без накида. То есть, в общем-то, здесь уже рисунок повторяется. Ну, правда, повторяется он со сдвигом. То есть в шахматном порядке расположены вот эти веерочки. В общем-то, рисунок простенький. Связав веерочек, вяжем столбик без накида под арочку, столбик над столбиком и столбик под следующую арочку. Рисунок очень простой, то есть нужно просто внимательно следить за схемой. Показываю в основном, ну, для начинающих. Для всех остальных, я думаю, что, в общем-то, по схеме разобраться очень просто. Дальше 5 воздушных петель, также столбик под арочку, столбик над столбиком, столбик под арочку и веерочек из 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Столбик без накида под арочку и столбик над столбиком. Воздушная петля, столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик над центральным столбиком с одним накидом, 3 воздушных петли, здесь столбик над центральным столбиком без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида под арочку, 3 воздушных петли,
столбик без накида над вторым столбиком без накида, 3 воздушных петли и столбик над третьим столбиком с одним накидом, 3 воздушных петли. Здесь столбик будет над крайним столбиком без накида. К следующему ряду переходим 5 воздушными петлями, 4, 5, поворачиваемся, вяжем по 3 столбика без накида, 1 под арочку, над столбиком, под следующую арочку, 5 воздушных петель. Столбик без накида под арочку, над столбиком, под следующую арочку, 5 воздушных петель, столбик под арочку, столбик над столбиком, столбик под арочку, 2 воздушных петли и столбик с одним накидом. Это только в конце ряда. Воздушная петля, столбик без накида над столбиком и столбик под арочку, 3 воздушных петли, столбик над центральным столбиком, 3 воздушных петли, столбик под арочку, 3 воздушных петли, столбик над центральным столбиком, 3 воздушных петли, столбик под арочку, 3 воздушных петли, столбик над вторым столбиком без накида, 3 воздушных петли, столбик под петли подъема и поворота. Это 8 ряд схемы мы связали, то есть повторяем с 3-го по 10 ряд. Вот они на схеме отмечены как с 1 по 8. То есть дальше вот уже все повторяется. Здесь у нас будет веерочек по центру. Давайте посмотрим, как это выглядит на большом образце, этот узор. Вот такая вот интересная сеточка получается. В общем-то, красивый ажурный узорчик. Довольно ажурный, но за счет вот этих веерочков все-таки он смотрится поплотнее, чем если бы это была совсем сеточка. Узор практически одинаковый с обеих сторон. С лица он смотрится посимпатичнее за счет того, что вот веерочки связаны вот как бы в лицевых рядах. Вот такой вот простой узор, который выглядит довольно интересно. Смотрится он хорошо и на хлопковой пряже. Я вот показываю на акриле. На акриле, в общем-то, на мой взгляд, похоже. На хлопке он будет смотреться еще более симпатично. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много идей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров. Удачи вам и легких петелек!